Следующий наш гость – это Олег Баранник. Привет! Привет! Он представляет startbase.ru. Расскажи, чем занимается твой бизнес? Мы создали платформу, в которой сводим между собой спрос на инновации со стороны крупной промышленности, поскольку один из наших соучредителей – это крупнейшая российская торговая площадка с самими инноваторами. В этом году наверняка ты провел очень много сессий, где ты послушал много стартапов, их боль. Есть ли боль? Есть ли боль? Нету. Боли нет, а стартапы выдумывают она для себя эту боль? Или все-таки боль, она действительно существует, которую они решают? Ой. Ну, а мы переходим к следующему вопросу, потому ребята, что... Ребята из Free придумали вот эту вот историю с болью. Я бы их сводил в больницу, в любую, сказал, парни, вот это боль, да, вот там, где она есть. Так, господи, есть идея. То есть боли не должно быть, должна быть идея. Что было бы нифигово, чтобы все парни били ростом не ниже там 1.90 м. Так себе идея, но некоторые на ней настаивают. Понимаешь, в чем дело? Я считаю, что если 1.70 м, это тоже человек, мое мнение. Это новый рост облегает, как обычно. Ну окей, вернемся к разговору. 2017 год. Что ожидаешь от рынка? Ой, для нас он, наверное, будет поворотный, потому что мы сейчас создаем маленькую частную инвестиционную компанию на базе нашей платформы. И мы попробуем, ну, как бы сами руками наших инвестиционных партнеров покладывать какие-то денежки вот в те проекты, которые сегодня будут на сцене. Поэтому это уже, ну, немножко другая как бы ипостась, когда ты не просто задаешь вопросы, потому что ты так думаешь, а ты задаешь вопросы, потому что ты что-то ищешь для себя. Отлично. Наслаждайся нашим праздником, отдыхай, и сегодня тебя ждет голосование жюри, ты в жюри. Спасибо, что пришел. Да, спасибо, что позвал. Спасибо, идем искать следующего гостя. И это будет Виктория Вирта.